Корабль «Титаник» переполнен футбольными фанатами. Игрока команды «Крылья Советов» крепко держит на земле тяжелое ядро в виде мяча. Свой творческий взгляд на футбол представил самарский художник Юрий Воскобойников. С раннего детства, гоняя во дворе мяч, он продолжил играть и в зрелом возрасте, и знает особенности игры изнутри. Коллекцию своих работ на футбольную тему художник изначально хотел подарить самарским «Крыльям». Я подумал, что это бы способствовало успеху команде, так сказать. Но в этом году команда вылетела, вот, и как-то расхотелось ее дарить. Карикатуры Юрия Воскобойникова публикуются в местных газетах с 1965 года. Он работал в разных печатных изданиях города. Делал рисунки для литературной газеты «Крокодила». Выставка картин приурочена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в этом году в Бразилии. В экспозиции представлено 50 работ. Наша команда, которая едет, которая сейчас уже в Бразилии и будет принимать участие в чемпионате мира по футболу, и обязательно выиграет этот чемпионат при одном условии. Если она будет так же хорошо играть, как рисует Юра Воскобойников. Выставка карикатур будет открыта в Доме журналиста до конца июня. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин. События.